Пришли на футбол, а оказались на ринге. Финал Кубка Содружества в Братске закончился массовой потасовкой. Играли Таджикистан и Узбекистан. Во время второго тайма между двумя футболистами команд соперников произошла драка. В какой-то момент на поле выбежали болельщики. Ну и тут все началось. Нифига, там за ты полетел, ли? Ломает там, там нифига этому игроку, смотри, игрок стоит вон, все, за лицо держится. В драке участвовали и футболисты, и болельщики. Во время инцидента никто серьезно не пострадал, но матч пришлось, конечно, остановить. Кто в итоге вышел в финал Кубка, непонятно. До начала драки по счету 2-1 вел Таджикистан. Возможно, из-за этого и все началось.